Дед Мороз – главный символ Нового года, вотчина волшебника в Великом Устюге. Однако дедушка путешествует на тройке лошадей по всей стране, радуя детишек и взрослых подарками. Здравствуйте, мои родные! Побывал он недавно и в Тюмени. Здесь исполнил немало детских желаний. У кого не успел за время путешествия, от тех принял письма и пообещал все осуществить. Правильно загадывать желания в кругу близких, родных людей. Смотрю всегда отдельно, индивидуальный подход. Чьи-то письма, чьи-то пожелания уходят в мой долгий ящик, пока ребенок или взрослый не исправится. Извечная борьба материального и нематериального. Это, знаешь, как две чаши весов. Извечное столкновение для себя прошло или для другого. И вот год от года, день ото дня идет вот эта борьба. Борьба за сердца, борьба за умы, за души. Все это, конечно, зависит не только от меня, зависит от взрослых, от вашего наставления, от того, как вы учите, как воспитываете. С трепетом каждое новое письмо открываю. Будет там просьба нового телефона или все-таки пожелание здоровья бабушке и родным. Очень две разные вещи. Больше, конечно, взрослые благодарят. С одной стороны, с другой стороны, описывают коллизии, которым я могу помочь, только привлекая чиновников и вот именно специальные, так скажем, социальные органы. Поскольку действительно люди, взрослые, верят и с очень непростыми бедами, просьбами, мольбами обращаются вот именно ко мне и пишут письма на почту. Тысячи, если говорить честно, дарили подушки, дарили вязаного Деда Морозика, дарили носки. Торт мороженое мне подарили в Новосибирске. Да, своим помощникам. Себя на очень небольшим праздником с 31 на 1. Мои любимые пряники, мед и все то, что состряпает баба Жара, моя, как сказать, домоуправительница. Продолжаю исполнять желания круглый год, они длятся. Продолжаю читать письма, продолжаю готовить праздники, которые идут на лучшее. Я загадываю, чтобы встретить как можно больше добрых глаз, чтобы мне хватило сил волшебных исполнить как можно больше добрых желаний малышей и взрослых, и даже бабушек и дедушек. Еще чтобы было больше друзей и помощников, еще больше желаний, иной раз жизненно необходимых, я и мои друзья сумели исполнить в новом году.